Так, давайте поговорим о чем-нибудь более интересном. Надеюсь, о какой-нибудь... Какой-нибудь, не знаю, давайте поговорим с Эквой. Вот всем хайку, кстати говоря, как всегда, да. Вот, я надеюсь, что в этой серии меня будет слышно лучше, чем в прошлой. Но, короче, вы, надеюсь, короче, все будет круто. Ладно, неважно, потому что в этой серии, короче говоря, я микрофончик подкрутил. Я чуть не заметил, что в прошлом был какой-то тиховатый вроде. В этой должно быть все лучше. Ну что, это конец всему. А я-то думала, что после Красной войны у нас будет передышка. Чтоб я сдаваться найти... не собираюсь. Что ни говори, а вексы методичны. У них есть план их леса, карта, и на этой карте указано, где находится Паноптес. Есть только одно место, где может храниться такой объем данных. Пирамидион на Ио. Окей, значит, мы туда заглянем. А пока, чтобы найти Паноптеса, вам нужна карта Бесконечного леса, и город полагает, что ее можно найти в Пирамидионе на Ио. И получите карту, выполняя миссии «Глубокие хранилища на Ио». А пока и на грамму. В которой нам дали повязку и шеф. Шеф, повар. Мать. Береги себя. Как же я устал. Нет, у меня оружие получше. Ну, спасибо. И у нас уже отбоя нет, спасибо. А вот за браслетик спасибо. Так, ладненько. Чё нам надо? Впрочем, давайте мы переместимся вот таким вот образом. Нам надо переместиться. Нам надо переместиться. Ио. Ха-ха-ха. Нам надо на Ио. Здесь, кстати, есть Аресибо. Расследуйте таинственную трансляцию, которую слышите только вы и ваш призрак. Чё нет? Я думаю... Пойдет за прохождение. Ну и тем более, если я буду чисто по Сирису гонять, я думаю, за 2-3 серии мы его завершим. А это не так интересно. А так, я считаю, прохожу и сюжет, и дополнительный сюжет, и сюжет сюжета, у которого есть сюжет. В общем... Я делаю все четенько, как надо, и поэтому все круто, наверное. Но надеюсь, вам нравится. Ладно, проехали, какая разница. Все равно же что-то надо снимать. В данном случае это будет Destiny. На следующем выходном это будет StarCraft. Наконец-таки, как многие уже говорят. Ну, в принципе, согласен, да, пора бы уже его доделать. Это время, такое время, что на время даже времени нет. Так, где он там? Лысый, ты где? Может, что-нибудь выполню, кстати, даже. А, мой ассистент, именуемый Героем Красной Войны. Та самая возродительница света. Хм. Я всегда считал, что стражи безрассудно тратят чудо света, воскрешение. Они расточают его на героизм, вместо того, чтобы посвятить себя исследованию секретов Вселенной. Омерзительно! Однако, глядя на твой героизм, я понимаю, насколько позорны мои предрассудки. Изучая тебя, мне удалось многое узнать. И предстоит узнать еще больше. А также сделать, пока мое время не вышло. Это да. Короче, он поздравляет нас с победой над Голлумом, но несмотря на то, что вы отсекли голову Красного Легиона, Красная Война до сих пор вышит в Солнечной системе. В принципе, это логично, и поэтому мы просто берем у него... Да, да. Забирай и уходи. Задания, пофиг, какие-то из них мы, может, сможем выполнить, какие-то нет. Валок, они не должны застать тебя врасплох. Вот, там, например, собрать какое-то количество припасов или что-то в этом духе. Почему бы, кстати, вот, если эта пещера не прошла наш заход, да, она не прошла, по идее... Зайдем, пройдем ее. А может и прошла. Я вот, к сожалению, не помню. Вот, да, вот это пройдено, вот это пока еще нет. Значит, нужно это исправить. Как же без этого-то? Сейчас чувствую, люлей мне здесь дадут просто, да? Святилище костей, чтобы его.
Так, не успели они разделиться. Где-то, где-то вот здесь, вот сзади что-то есть. Где-то выше. Где-то выше, да. Ай. Вне зависимости от того, куда бы я там стрелял, им получается ударить больно. Меня печалит больше то, что импульсная винтовка у меня, конечно, может и хорошая, но, как видите, имеет свои недостатки. Поэтому по логике вещей мы лучше заменим импульсную винтовку, это вот эту, на то, что было до этого. Потому что этот винтовоз точно лучше. Ауч. Да куда ты сматываешь? Нет. Я против. Пусть бомбалейла вас покарает. Да ты охренел. Так, что-то они размножаются очень быстро. Ну, видимо, нам все-таки вниз дальше. Или вверх. Главное вот отсюда не улететь. Ну, видимо, да. Ауч. Больно, больно, больно. Больно. Очень больно, очень больно. Ну, три. Ух. Поджарили засранца. И сундучок забрали. Красота. Четыреста. 3, 405. Ну да. Просто падаем, падаем. Так, бежим на выход. Кстати, стопэ, я же еще получил новые фишечки. Например, вот такой замечательный кораблик. Ой, те какой. Хм. Почему мне его не перекрасить во что-нибудь прикольное? Хочу, чтобы он был вот такой вот. 140-140, здесь ни хрена не поменялось. В принципе, здесь есть вот такая штука, которая тоже ничего не меняет, ничего не делает, ну и хрен с ними. Все, на выход. Теперь мы можем спокойно закончить квест, который собирались сделать изначально. Зато теперь у меня есть закрытая хрень. Так, и до квеста не так далеко, кстати говоря. Полетели на квест. Ля-ля-ля-ля. Эй, Ашер, не слышишь ничего странного на канале J1869? Вроде какая-то музыка. На канале J что?
Нет, нет, мои сканеры не засекли ничего существенного ни на каких каналах, включая этот. Странно. Уверен, я смогу отследить источник. Чувачок, а ты что-то борзый. Отстань от меня. Эй! Они стырили его. Нет, они его стырили, ребята. Какая жалость, ладно. Музыка, 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 музыка. Где-то здесь музыка. Слушайте, я вправду что-то слышу. Пещера. И все громче музыка. Это они сканируют эту штуку? Или она сканирует их? Ну-ка, сканерни. В этой музыке зашифровано послание. Ясно. Это какая-то цитата. Явь, промелькнувшая в ночи, ничуть не верней сновиденья. Ашер, можешь отправить запрос в архив? Ашер! Канал закрыт. Отправлю запрос сам. Так, значит, и музыка, и цитаты относятся ко временам еще до пришествия странника. Вот это древность. Возможно, мы активировали какую-то высокотехнологичную капсулу времени. Жесть. Так, ладно. Мотаем дальше. Следовать за музыкой. Музыка нас ведет. Музыка нас ведет с ума. Музыка, музыка, музыка. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно. Следуя за музыкой, мы точно что-нибудь найдем, наверное. Но мне так кажется. Где-то вот там это все дело. Мы обязательно туда последуем. Потому что что? Правильно, потому что мы магием. Так. 140, конечно, медленновато. Нам бы где-то под 200 скорость был вообще идеально. Не, чуть-чуть не дали мне повеселиться. Так. Сейчас я вот здесь вот встану и быстренько посмотрю, что у нас выполнено. Так, открыть сундуки на Ио, завершить патрули на Ио. Эти два задания мы, скорее всего, не выполним. Так, должны необычные активности одержимых на плато Ио. Проверьте это данные. Так, поговорите с нейроматрицей на черном исходе. Слово «нужна помощь». Ну, короче, со всеми поговорить. Хм. Прикольно. Все, больше ничего нету. Пошли дальше.
Ну, допустим, я следую за музыкой, и чё? Стопы, музыка пропала. Мне кажется, это где-то внутри. Короче, надо зайти внутрь, ладно. Ну, мне так кажется. Так, ладно, давайте посмотрим. Ну, блин, интересный квест, прикольно. Нет, это ведет нас куда-то не туда. Здесь пещера есть. Здесь зашифрована еще одна древняя цитата. Случайно или намеренно введенный в заблуждение разум может порождать собственные экстазы роста и упадка. Странно, но звуковой файл обновлен совсем недавно. Значит, это не капсула времени. Кто-то пытается с нами связаться. Нет, нет, какое-то существо. Это ведь ИИ, верно? Старый ИИ времен Золотого века. Вроде нейроматрицы. Так, дальше. Поехали. Так, 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 так. Надеюсь, нас ждет успех. Эй. Задолго до прихода странника, видите ли, да это вообще-то было наше время. Ну хотя, возможно, именно конкретно вот эта музыка была из более раннего, но... Так. А, секундочку. Мне тут надо разобраться с кем-то. Стражи, оставившие свою метку на вексах, становятся легендами. Кавир, Паханин, Рейдит, Осирис. Мне почему-то кажется, что это не туда. Да, слишком далеко. Значит, где-то там должна быть пещера. А почему бы она не могла быть внизу? Ну, и я про то. Они спят. Видимо, их гипнотизирует музыка. Не трогай. Похоже, эту точку доступа модифицировали так, чтобы экзо могли подключаться к сети вексов. Давай просто пока оставим все как есть. Ну и ладно, возможно, это какая-то новая фишка.
Здесь говорится, уж если началась война, мира не будет, коль отрицать наличие войны. Что значит отрицать наличие войны? Не уверен, что мне нравится наш новый знакомый. Так, все еще следуем за музыкой. Недостаточно места, чтобы вызвать нашу технику. Логично, я стоял, можно сказать, ни на чем. Так, ладно. Куда-то сюда, видимо. Давай-ка. Оп. Оп. Почему, правда, так непонятно? Ну ладно. Кажется, нас тут ждут. Есть кто-нибудь? А, это прикольно. О, стоп, мы добрались до того места. Как же здесь все разворотило-то? Ладно, следуем за музыкой. Знаешь, я очень расстроюсь, если это окажется всего лишь хитроумной ловушкой, построенной, чтобы нас убить. Что за фигня? Так. Не, можно, конечно, под хорошую музыку драться, но тут что-то с музыкой не очень. Я, конечно, люблю классику, но... Немножко не тот вариант. Так. О, я вас и не заметил, друзья мои. Так, минус щит, минус ты. У меня скоро патрон закончится на вас. Я могу, конечно, сражаться с ними вечно, но... Видимо, вся проблема в тебе. Нет? Ну ладно. Я так надеялся. Да ладно, так лохануться, серьезно. Удивителен. Он превратил музыку в оружие и намеренно привел нас сюда. Я только не понимаю, зачем. Что он пытается нам сказать? Жесть. Ну, видимо, я вовремя умер. Это музыка. Больно. А, прошу, одну секунду. Здесь сказано... Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Я не понимаю. Постой-ка. Что-то происходит. Красный песок. Марс. Ледники.
Эй! Извини, я тут задумался на секунду. Что мы тут делали? Я, походу, знаю, в чем проблема и кто это. С нами, похоже, только что говорил Распутин. Ну, как говорил. Ладно. Так, ближайшая к нам точка доступа находится вот здесь, вот с разломом. Ладненько, поехали на нее. Садимся, доезжаем, убиваем, делаем, что положено, и уходим. Тем более тут осталось-то. Надеюсь, скоро выполним эту миссию. Очень на это надеюсь. Так, и... Ты точно знаешь, что карта Бесконечного леса находится здесь? Если вексы пытаются изменить будущее, значит, Пирамидион — часть их плана. Карта должна быть здесь. Ну, значит, мы ее захватим. Я знаю одну штуку, которую можно сделать с этим слиянием. Слиться с ним? Приготовься к встрече с вексами. Да ты серьезно? Оу. Или нет? Я всегда могу найти легкий путь. Сагира, я знаю, что мы расстались не как друзья. Ты руководила людьми, которые отправили в ссылку моего стража. Мне это не понравилось. Но тогда люди были не готовы услышать слова Осириса. Дело не только в его пророчествах. Он не понимал, что Варлок — это не просто самый умный из стражей. Осирис изменился, а ты все та же Икора, которая слепо следует правилам. Я в этом не уверена. Я многое поняла, когда потеряла свет. Теперь я знаю, что я должна стать лучше, чем прежде. Пожалуй, все мы должны стать лучше. Блин, ну здесь красиво. Самое время убивать хобогоблинов. Нет, подкрадываться ко мне не лучшая идея. Вообще ни разу. У вас много ребят там, да? Ладно, я готов, в принципе, к встрече, а вы? Что меня так дамажит? Вот те два маленьких засранца. Главное не смотреть вниз. Внизу очень плохо. Че за... Воу! Откуда у вас столько...
Нет? Нет? Да. Пошли нафиг, короче. Превосходно. Похоже, Икора была права. По данным сканирования пирамиды, он действительно получает информацию из леса. У меня есть координаты точки доступа к слиянию. Ну, значит, воспользуемся. Не, ребята, я туда точно не выберусь, серьезно. Ладно. Так. Я могу перепрограммировать этот портал. Он приблизит нас к слиянию. Так, перепрограммировать портал, приблизит к слиянию, вексов убьет. Круто, круто, давайте это сделаем. Все, что убивает вексов, делает нас сильнее. Ля-л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 я. Эй, почему я по тебе попадать очень плохо? Ты чё, охренел? Ты почему не умер? Ты охренел быть квантовой бессмертной гидрой? Пока. Ну, как вариант. О, коцаные гоблины, круто. Ура! Скоро будет 28-й левел, кстати. Расчеты завершены. Тебе нужно просто пройти через врата. Ну, прошел. А дальше что? Что ж, вышло не так хорошо, как я надеялась. Сагира, которую я знаю, никогда бы не призналась в том, что она не идеальна. Икора, поведаю тебе один секрет. Еще никто не смог соответствовать стандартам Осириса. Даже сам Осирис. Я вот хрен знает. Ау. 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 Неплохо так меня нашмаляло. Кстати, когда проходил сам по себе, меня ни разу не шмальнуло. Ну, ладно. Надо же было показать, что будет, если шмальнет. Я почти умер. О, пирамидиан. Ты какой-то дохрена большой. Оу. Оу. Что-то злая хренотень. Мне так кажется. Очень злая. А еще очень зря я начал убивать ее так быстро. Ладно, опыт никогда не бывает халявным. Поэтому мы заработали опыт. Мы молодцы. Но черт возьми, у меня теперь нет гранаты. Ладно. И тут я должен решить, либо убивать всяких мелких засранцев, либо забить на них. Ох, как вовремя.
Пошли, получитесь и распишитесь. Я вниз-то я падать не хочу. А мне, судя по всему, именно туда. Ох, и ладно. Джеронимо! Я чувствую, что слияние где-то рядом. Наверное, Вексы его замаскировали. Окей. Осторожно. Сюда идут враги. Логично. Почти всегда, когда я что-нибудь делаю, идут враги. Я думаю, что я захватить и вторую тоже. Кто бы сомневался, что и сюда придут враги. Так, ну вот взрываться рядом со мной было вообще нечестно. Оп-оп-оп. Пока. Так лохануться в прыжках-то, как же ж так можно-то, а? Я чувствую, что слияние где-то рядом. Наверное, Вексы его замаскировали. Осторожно. Сюда идут враги. Да я в курсе. Ладно, будем прыгать аккуратнее. Благо опыт никуда не уходит. Нет, все-таки через пистолет лучше. Если, конечно, ты попадаешь с пистолета. Ну, типа вот так. Или вот так. Да мама моя, откуда у вас так много? Ну что, тебя расхренать, что ли? А вот и слияние. Карты здесь нет. Не понимаю. Продолжайте искать. Постойте, я кое-что нашла. Координаты какого-то узла в бесконечном лесу. Там наша карта. Хм. А вот это уже интересно. Ну что ж. На нашем замечательном черном корабле мы полетим куда? Правильно, на Меркурий. Нажал главное отслеживать и вышел просто. Зачем? Вообще нафиг надо. Продолжаем продолжать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я вот думаю, мы когда-нибудь долетим. Вообще, надо бы по-хорошему ускорить эту загрузку и долет и прочее. А то иногда бывает долговато.
когда ты подгружаешься. Так, ладно. Миссия начинается. Поступают сообщения о бойцах Красного Легиона на Меркурии. Это выжившие с борта Всемогущего. Выжившие? Это надо исправить. Ну, давайте исправлять. Ау. 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 Оу. Тихо. Чё это вас? Понабежало-то. Оу. Пора влюбить убер-обилку. Так, слышь, чувак, а ну-ка щит убрал. Здесь ношение щитов запрещено. На самом деле, меня, наверное, вот та хрень поимела. В виде туретки. Все, выживших больше нет. Я ввела координаты. Давайте найдем этот узел. Тогда мы сможем добраться до Паноптоса с помощью карты и предотвратить темное будущее. Не, вы посмотрите, какие они наглые. Они прям летят ко мне. Прям намереваются меня убить. Да даже гоблины меня не трогают. Ребят, вы что-то как-то прифигели, что ли? Так, ну ладно, поговорим по-другому. Слушайте, вот ему повезло-то, что его защитили, да? Ты что, офигел меня слепить? Совсем никакого порядку. Все? Ну вот так-то лучше. Или жить там себе. Так. Найдешь еще одни врата, и я смогу доставить нас к узлу. Да без проблем, как бы, по идее, найду. Так. Отражения Осириса наверняка тоже ищут Паноптоса. Но тут и миллиона копий себя не хватит. Нам нужна карта. Так, что-то война между этими ребятами меня не очень устраивает. А улетать просто так из-за какой-то хренотени, ну тоже не ок. Колосик, приветушки. Как дела? Как жизнь? Как родные? Нету никого, ну ладно. Так. Открываем дверцу. Простите, ребят, но вы сами начали эту фигню. Это интересно, а как они сюда пробрались? Или они моделируют, типа, войну между друг другом? Хм. Ну, кстати, да, тоже как вариант.
Нравится, иногда вот эта хрень работает просто великолепно. То есть ты постоянно в кого-нибудь попадаешь. А иногда ты не попадаешь даже в муху. Просто потому что. Так. Да ты задрал, чувак. Хорош лечиться. Я, конечно, понимаю, что вы даете нам всякие плюшечки и прочую фигню, но нет. Это так не работает. Так, тем временем я, кстати, нашел новое обмундирование, которое мне еще не подгрузилось. И оно 409 уровня, 407 уровня, 380 уровня и... Нет, все остальное просто говно. Но мы оставим это говнецо на случай улучшения оружия. Ты тоже так умеешь делать, да? Прикольно. А вы-то, ребят, что друг с другом воюете? Прости, господи. Где еще есть кто? Нет? Ну и все. Удобно быть варлоком, хорошая защита. Ну нет, на самом деле хреновая у него защита, но хорошо быть варлоком. Ух ты. Я такой фигни точно не видел. Они, походу, определенно меняют каждый раз дизайн уровень. То есть здесь вот он прям вообще случайный. Вообще полнейший рандом, короче. Это, кстати, очень круто. Если это так. Потому что вот такого уровня я точно не видел. Ну, локации. Прям в чан. На самом деле нет, но хочется же похвастаться чем-нибудь. Давайте по-тихому. Такой типа мега стелс, еее. Большая локация. Так. Мне бы с вами как-нибудь поговорить бы по душам. Но вы ж меня не понимаете. Поэтому приходится вас истреблять по одному. Ау. Так. Типа зачистил, типа вперед, и типа дальше будет жесть. Но вот дальнейшую локацию я точно видел. То, что она как бы изначально придумана, типа. Она с самого начала здесь стоит. Спасибо, что ты ко мне подошел. Я тебя, можно сказать, не ждал, но ты вернулся. Серьезно? У вас что здесь так много, ребят? Не, не надо меня в рукопашку резать, пожалуйста. Я же не смогу с вами тогда справиться.
Хотя, впрочем, наверное, все-таки смогу. И в рукопашку в том числе. Да вы задрали прилетать ко мне, друзья мои? Давайте уже спокойно поговорим и обсудим все наши проблемы, планы, изменения в системе. Оп-оп-оп-оп. Надеюсь, это низ. Да, это низ. Все. Шикос. Мне не придется возрождаться, умирать. Ну, красивые локации на самом деле, но не очень круто, что нам приходится все это проходить. Уже закрылось? Рили? Я только отвернулся. Ну ладно. Типа бежим вперед. Бежим, бежим вперед. Это бесконечное сражение. Симуляция недавнего прошлого, в котором Кабал атаковали Меркурий. Скорее всего, Вексы тестируют альтернативные исходы битвы. Ну ладно, потестируем и мы. Тихо, тихо, тихо. Почему он не умер? Впрочем, кому какая нафиг разница? Не, ну серьезно, почему они не умирают? Я же их вроде как убиваю. Так, нет, это лучше оставить здесь. Что-то мне кажется, что эту хрень я могу перепрыгнуть только на своем. Может, Спэрроу сможет преодолеть это расстояние? Не, не факт, конечно, но... Хоба-хоба-хоба, гоблин, гоблин, хоба-хоба-хоба, хоба, гоблин. Ты чё, охренел, что ли? Покатили, братили. Еп. Ух. Как здесь прикольно-то. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Покатили, братили. Ты выпендривалась, что ли? Слушай, ты мне и так нравишься. Испытание пройдено. Можешь расслабиться. Вексы знают, что мы ищем карту. Они приказали Кабал уничтожить ее. Скорее. Мы бежим. Но насколько это возможно? Нет. Стоп. Стопаем. Поджарил тебя немножко, да? Обидненько, ну и ладно. Ничего ж, ну давай высуни свою морду. Как они бомбалейла делают, когда вдвоем. Мне ж прям нравится. Так.
Вообще, на самом деле, знаете, что я хочу, друзья мои? Я хочу получить свой лук. Свой грёбаный лук. Давай шутите. Ради фана мы запускаем гранатки. Это надо было в него, конечно, запустить по-хорошему. Ты чё, хочешь на мечах? Ну давай помахаем на мечах. Все. Отмахался, можно сказать. Ну, на том и порешим. Ты только посмотри. Впереди. Наверняка это карта. Бесконечный лес, исчадие ада. Но когда ты видишь его таким, он почти что прекрасен. Ну, да. О, кто-то приближается. С Минотавром придется повозиться. Повозимся. И он хуже, чем мы предполагали. Валус, ты что-то подохренел. Серьезно? На вот эти красные линии лучше не наступать. Будет больно. Так, отстань от меня. Так, вас осталось двое, да? Угу, угу. Все? Мишин, конечно, еще не комплит, но мы почти закончили уборку. Он направляется к карте. Быстрее. Ну, так сказать, сделаю, что могу. Так, ладно, надо от малыша избавиться. И от этих здоровяков в том числе. Потому что иначе мне люлей не дают. Так. Ты от меня так сбегаешь все время. Как будто я тебе что-то плохо делаю. Я вон Валуса-то пытаюсь убить, он от меня тоже сбегает. Сейчас вот я самый тупой поступок сделал в своей жизни. Да, поздно это, правда, понял. Ладно, героические упыры. Готово. Осталось забрать карту. Все. Карта моя, я надеюсь. Воу, ну это красивая хрень. Сканирую карту, но я не могу найти Паноптеса.
Она слишком большая, а скорость поиска недостаточно велика. Карта меняется. Постоянно. Мне не хватает вычислительной мощности. На Нессе есть разумы вексов. Думаю, мы сможем их использовать. Как насчет небольшой охоты? Да, в принципе, не проблема. Ну, блин, что это за хрень вообще такая? Ладно, у нас есть инограмма, круто. Так, что у нас вообще здесь есть? Из новенького только здесь, да? Можно ракету взять. И лучше, я думаю, что в рукопашную. Так, точно удобнее. Мертвого призрака, который хочет получить паук со спутанных берегов. Ладно. Окей. Так. Сюда же нам, да? А нет, стоп. Лёд и тьма нет. Нес. Вот. Нам на Нес. О, тут, кстати, нет, ничего, недоступно, нет. Давайте выделим. Запустить задание. Хотя, знаете, друзья мои, уже часик-то от игры прошел. Полагаю, что на этом на сегодня все, друзья мои. Увидимся в следующей серии и узнаем, что ж там будет. Ну а сегодня всем пока, всем спасибо и надеюсь, вам понравилось.